Какой объем растений и цветов высажен в парках и скверах Самары? Как организован полив растений? На каких объектах работает муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз»? Смотрите программу «Город-Тест». Гости в студии Леонид Дзюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара, и Надежда Малыхина, инженер производственно-технического отдела муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» городского округа Самара.